В общем, прошло 2 дня матов и психов. Более-менее мы выровняли эти дуги. Миллион раз вспоминали компанию Кроверсон, который нам их согнул. Вот. Вот такая вот. Такой вот каркас получился пока. Ну, в некоторых местах они кривые, видно. Не знаю, видно, не видно. Вот. А сейчас сложим, покажем, как это в сложенном состоянии выглядит. Пока без поликарбоната. Воду с бассейна слили. Там на дне осталось чуть-чуть. Многие спрашивали, как воду сливать. Вообще должно было фильтром слиться. Но какое-то там соединение, короче, неплотное, и хапанул воздуха фильтр и перестал сосать. Ну и мы вот этим вот насосиком докачали. В принципе, если фильтром сливать, то где-то за полдня его он сливается. Таким насосом подольше. Сейчас дно вымыть, оставшуюся воду собрать, накрыть все поликарбонатом, и бассейн к зиме будет готов. Фильтровальную установку занесли домой, помыли, почистили, песок сейчас там сохнет, ну и потом в шкаф уберем. Сейчас покажу в сложенном виде, как все это будет выглядеть. Вот так это все выглядит в сложенном виде. Вот здесь хорошо видно, какие ровные дуги. Ну, ладно, пойдет. Вот там у нас дверка будет. Лестницу мы решили вон туда вот перенести. Дверка будет открываться, и с лестницей вместе будет закрываться. Не надо будет ее постоянно вставлять, выставлять. Вот сейчас зачищаем швы, красим. И поликарбонат накрываем. Покрасили. На сегодня все, уже темно. Завтра будем поликарбонатом обшивать. Устала? Ни капельки. Кому ты лечишь?
Ну-ка молчать там. 3 часа промучились, сделали одну штуку только. Покажи, как двигается. Покажи, как двигается. Ну сюда. Хорош. Ну короче, катается. Из-за того, что дуги кривые, соответственно, тут все перекошено. Поэтому мучились, подравнивали. Ну, это пока залазить туда нормально. Заходит. Вот. А как остальные будут заходить, я не знаю. Ты знаешь, не? Короче, мы замучились уже, как не знаю кто. Проще второй бассейн выкопать, чем этот павильон сделать. Бассейн помыть надо. Ну там на следующей неделе тепло обещает. Вымою. Остальное все. Следующий день. Ну, надо докупить еще мыть. Да, не, да хватит там гагакать. Не хватило этих шайб для поликарбоната. Надо докупить, короче. Что ты ржешь, блин?
Изабелла мается хер... Ой. Не надо снимать, иди отсюда. Великим делом занимается. Кормушку для птичек делает. А потом будем показывать птичек зимой, как они кушают с кормушки. Надо, чтобы процесс увидели, откуда она взялась. В общем, закончили мы павильон для бассейна строить. Сказать, что замучились, это значит ничего не сказать. Ничего не надо говорить. Скажи, как ты замучился. Замучился. Полная жопень. Вот из-за этих кривых дух мучились долго. В общем, получилось у нас вот так вот. Смотрите. Так вот он в закрытом состоянии. Колесики ездят по направляющему, туда все это складывается. Ну, когда дуги делали, показывали лестницу, чуть-чуть модернизировали. Теперь она у нас стационарно там прикручена постоянно. Вот. Здесь дверка. Вот такая дверка. И если там водичка была бы, то могли бы завернуть. Сейчас бассейн вымыли, ну, протерли, вылили оставшиеся 5 ведер воды где-то было. Протерли. Протерли. Иди отсюда, кошка. Ты кому мне говоришь? В общем, воду сливать ничего сложного, бассейн чуть-чуть остается. Час времени и забор все вымыл. Вот так это все внутри выглядит. Тут гораздо теплее, чем на улице. Ну, единственное, вот листики задувает вот в эти щели внизу. Здесь мы закрыли вот так вот баннером, короче. Ну, вот. Не совсем, конечно, но прикрывает. Вот. Ну, не знаю, стоит внизу закрывать щель, не стоит. Даже если их закрыть, вот здесь внизу все равно вон щель остается. То есть от этих сверчков никуда мы не денемся. Живые. Живые. Прыгают. Вот. Температура здесь на улице сегодня градусов 10, а здесь 11. Тепло насколько. Вот. Так, дверка закрывается. И здесь летом можно, даже если прохладно, будет купаться. Никто нас не будет видеть. Так, вылез. Складывать, в принципе, можно и одному. Ну, сейчас покажу. Вдвоем, конечно, удобнее. Чуть-чуть задевай. Ну, в целом нормально. И вот это у нас последнее. Ну, короче, сильно кривая получилась. И они как бы как две совмещены. Забыл две редкости. Все, у кошки паника. А? У кошки паника. Такой у нас получился павильон для бассейна. Вдвоем, конечно, проще и быстрее. Ну, можно я дам что-то. Вот так бассейн у нас будет зимовать зиму.
до весны. Накрываем его, все оставляем. Единственное, переживаем, как бы при сильном ветре. Ну, вчера, хотя и позавчера был сильный ветер, ничего они не улетели. Чтоб не полетели куда-нибудь. А то будем потом за забором искать. Давай закрываем вдвоем. Ты замучился один открывать. Вот так он закрытый. Вот забыл добавить еще вот здесь вот под каждую стопор идет, под каждое колесико вот так, чтобы дальше не уезжал. Некоторые, правда, перескакивают, ну ничего. Ну, нам нравится, удобно. Вот. Зима покажет, как он себя повел. Блять, ты мне глаз чуть не выткнул. Что ты сейчас скажешь? Вот такой мы соорудили павильон для нашего бассейна сами. Ну, немного помучились из-за дуг. Обошелся он нам в 30 тысяч. 9 тысяч это направляющий. Потом дуги. 10 тысяч. Теперь глаза слезятся. Скажут, я теперь плачу. 10 тысяч тоже. Короче, 5 тысяч сам металл и 5 тысяч это, за то, что согнули их кривенько. И 10 тысяч, не 10, там 9 тысяч, по-моему, поликарбонат. На переднюю стенку нам не хватило чуть-чуть поликарбонат, но мы из тоненького, там из четверочки сделали, а так поликарбонат восьмерка вообще идет. Вот. И, ну, плюс всякие там саморезы. Пресс шайбы вот эти вот. Ну, короче, в районе 30 тысяч нам все это обошлось. Ну, это не 200 тысяч, как павильоны есть. Для сельской местности пойдет. Да. Не забывайте, что мы живем в деревне. Короче, с бассейном на, в этом году все. Дальше не знаю, что там будем делать. Гараж, если получится, еще в этом году, может, будем делать. Ну, а так еще будут видосы. Кому понравилось, ставьте класс. Лайк. Блять, кому поставил... Кому... Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось... Дизлайк. Дизлайк. Вот. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Пишите в комментариях. Задавайте вопросы. Ну, будет много вопросов, может, видео снимем. Типа обзор по... бассейну, и будем отвечать на ваши вопросы. Всем пока. Скажи хоть что-нибудь. Пока. Ну, а, пока. Всем пока. Пока.